Решение пробежать по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора обернулось травмой для 57-летней женщины. Сегодня днем она попала под колеса «Шевроле» на пересечении улиц Ломжинска и проспекта Победы. Прибывшие на место медики осмотрели пенсионерку, но от госпитализации она отказалась. С места происшествия Нафиса Минязова. Как произошло? На красный свет, говорят, переходил, да, пешеход? Да. А вы не заметили или как? Как заметишь, вот столько это... Расстояние маленькое, наверное. Машины столько. Водитель автомобиля «Шевроле» Авео признается, на перекрестке он вместе с остальными ожидал зеленый сигнал светофора. Но едва начав движение, ему пришлось остановиться, поскольку дорогу на запрещающий сигнал решила перебежать 57-летняя пенсионерка. Водитель не успел остановиться, а не позволило ни время, ни расстояние. Наезд на женщину произошел именно на этом пешеходном переходе. После столкновения автомобиль не смог сразу остановиться и вылетел на тротуар. Как отмечает сам водитель, жертв могло быть еще больше, если бы на нем находились тогда люди. Но по счастливой случайности пешеходов на тротуаре не оказалось. В результате удара пенсионерка получила травмы. Прибывшие на место медики диагностировали у нее легкий ушиб мягких тканей коленного сустава. От госпитализации пострадавшая отказалась, поскольку очень спешила домой. В данном ДТП усматривается нарушение пешеходом, нарушение пункта 4.4, ответственность за которое присмотрена часть 1 статьи 12.29. В отношении данной гражданки составлено постановление, штраф в размере 500 рублей. Пострадавшая свою вину признала полностью, свой поступок обосновав тем, что хотела успеть на трамвай, поэтому и решила пробежать на красный сигнал светофора. Водители же в данной ситуации признали невиновным. Требовать возмещать ущерб автомобилю у женщины он не собирается. Большинство повреждений – следы предыдущей аварии. Нафиса Минязова, Адель Мулахметов, «Вызов 112».